Здравствуйте! Вы на канале Новости БП. Кыргызстан и Таджикистан отвели войска от линии границы двух стран, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Кыргызстана. По итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств сторон в места постоянной дислокации завершен, заявил представитель пресс-службы. По его словам, обстановка на границе в настоящий момент стабильная. Подразделения пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, продолжают нести службу в усиленном режиме, подчеркнули в ведомстве. По данным погранслужбы Кыргызстана, военные Таджикистана ночью 3 июня начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Ошской области Кыргызстана. В установке принимали участие множество военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. В связи с этим инцидентом Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренности по границам и обострении ситуации. Личный состав погранслужбы Кыргызстана был переведен на усиленный вариант несения службы. Предыдущий конфликт на границе двух стран, который произошел в конце апреля и унес жизни более чем 50 человек с обеих сторон, происходил в другом районе, в приграничной Баткенской области Кыргызстана.